Наймали дан старт пятому сезону всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти». В Муравленко в городском парке жители высадили 79 саженцев черемухи и рябины в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. А всего в 2024 году в округе в рамках нацпроекта «Экология» планируется посадить более 3 миллионов деревьев. По зову сердца к акции «Сад памяти» присоединились многие. Здесь работники различных предприятий, представители общественных патриотических организаций, политические деятели и просто неравнодушные жители города. Ровно 79 саженцев рябины и черемухи по числу лет, прошедших с окончания Великой Отечественной войны, высадили сегодня возле парка неравнодушные муравленковцы. Во время Великой Отечественной войны у меня погиб дед, дядя. И поэтому вот «Сад памяти» – это прекрасная акция. Вот все время будем ходить в парк, проходить мимо и вспоминать о них. Я думаю, все так люди. И каждый обязан прийти сюда и посадить. На самом деле это так вдохновляет. Сегодня такие красивые слова сказал ведущий про то, что это будет не в граните и камне, а в нежной листве деревьев отображаться память предков. Это, ну, дорогого стоит. Каждое дерево в саду – символ памяти и благодарности молодого поколения. А совместный труд является символом единства в любые времена. Уже более 5 лет мы принимаем участие. Также мы помогаем в организации данной акции. Честно говоря, я выросла в этом городе и расту с этим городом. И поэтому эта акция также напоминает мне о нашем городе. Мы его благоустраиваем. Но при этом каждое посаженное дерево также напоминает нам о героях нашей страны. Ну, это очень большая честь для нас, потому что мы сажаем эти деревья и вспоминаем наших прадедов, как они воевали, защищая наше отечество. Саженцы черемухи сортов маака и вергинская, а также рябины обыкновенные, выбраны не случайно. Они специально адаптированы к холодному климату Крайнего Севера. Растут медленно, но приживаются хорошо. Через несколько лет у входа в городской парк зацветет благоухающий сад. Он будет напоминать ныне живущим о погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция «Сад памяти» пройдет во всех регионах России и продлится до 22 июня. Наталья Матюшкина, Юлия Сидорюк, Сергей Лукович, Руслан Шаниязов. Новости Муравленко.